Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как Gomo Token. Итак, что такое Gomo Token? Первое, это по-настоящему гипердефляционная монета MEM, вдохновленная Shiba Inu, SHIB и другими. Что такое Gomo? Gomo это сезам, по-японски Gomo или сезам Shiba Inu, самая редкая порода и окрас Shiba Inu. Вот почему компания позволила своей гипердефляционной экономике создать дефицит и стать более чем Gomo. Что такое гипердефляция? Сообщество компании и держатели акций имеют значение, поэтому, чтобы поделиться богатством и счастьем, компания создала метод гипердефляции в смарт-контракте, который позволяет сжигать токены Gomo при каждой покупке или продаже на PancakeSwap, или как-то иначе. Что дает данный токен? Благотворительность очень важна для компании, и именно поэтому она считает, что Gomo это все, что нужно отдавать. Gomo делает это, отправляя 1% торговых транзакций на благотворительный кошелек. И их сообщество, держатели, будет голосовать, куда пойдет токен Gomo. Немного сказания о том, как появился данный токен. Shiba Inu – самая маленькая из японских пород шпицев и родственная Акити. Эта собака-компаньон и сторожевая собака была когда-то выведена японцами для помощи в охоте на диких кабанов в их густых высокогорных лесах. Считалось, что Gomo Shiba Inu – самая редкая порода и окрас. Благодаря своей редкости приносит своим владельцам удачу, процветание, почет и высокий статус. Каково процветание данной компании? Gomo Shiba уже зажигли 50% от общего объема поставок, чтобы дать своим первоначальным держателям сообщества немедленный толчок к процветанию. Это было отправлено в сожженный кошелек и больше никогда не будет видно. Компания также будет зажигать 2% на каждую сделку, покупая или продавая, так как считает, что каждый должен иметь равные шансы владеть токенами Gomo, но доверие к ним означает доверие и к нам, чтобы мы играли активную роль в предоставлении каждому другому шанса на процветание, уделиться Gomo и процветать. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео.